Арыке. И на Подокос посадили. Да, это автобус поехал, Дима. Автобус. Папа тебе типа принесет. Принесет тапки, колготки сменные. Оденемся, будем смотреть Бэби. Я в комнате буду бриться с тобой. Потом мы попьем чая. Я себе чай сделаю, тебе дам. Нет, наоборот, себе кофе, а ему чай. Говорили? Помнишь, такой был маленький, серенький, лохматый? Вот он подрос, ему уже полтора года, наверное. А вон черный тоже был котенок, уже подрос. Его мастера кормят, там всякие вкусности дают. Видел ли то, ты сняли на камеру в Фейсбуке? Наглая лиса называется. И рыбу ловят там на гольбя или гульбя ящера. Ну, на льду сидят, лиса подбегает, они колбасу. Давай, котейк, лиса, тык-тык-тык. Я вам спросила. Рыжая-рыжая такая, знаешь, классическая, из сказки. К рыбакам? К рыбакам? К рыбакам. Типа, кирилапе. Побегает, отек-отек. Дает дали колбасу, блядь, сидит и жует. Серьезно? Да. И не боится? Ну, видно. А рыбки нету? Нет, какая-то. Не за рыбу туда едут. Экстрим на льду посидеть. Может, и кинули там потом, после ролика что-то. А, грыжи. Дед тебе имеет что-то вкусное? Не, из той серии, это как у меня. Киндер, но не яя. Мы на яях решили поставить точку, они ничего не дают. Да, когда да, я хотел шоколад растопить, он не топится, он загустевает, как клейстер становится. Мне тоже не нравится. Все, Зайка.